Экс-глава Евросовета Дональд Туск считает, что ЕС должен выдвинуть на Нобелевскую премию мира Светлану Тихановскую и ее мужа, находящегося за решеткой известного блогера Сергея Тихановского. Бывший президент Евросовета и экс-премьер Польши считает, что это могло бы стать мощным сигналом. Об этом Туск написал в Твиттере. «Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС назначит Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы». Напомним, по официальным результатам выборов в Беларуси победил Александр Лукашенко, но по подсчетам оппозиции на самом деле большинство голосов отдали за Тихановскую. Ее мужа Сергея не допустили до участия в выборах, а затем задержали. Правозащитники признали его политическим заключенным. По словам Тихановской, именно задержание мужа побудило ее к выдвижению в президенты. Сейчас Тихановская находится в Литве.